Хари Кришна, мы Бхакти из Новосибирска, столицы Сибири. Мы хотим поделиться с вами, как всего за 2-3 месяца наша санга из унылой и неактивной группы из 10 преданных превратилась в радостную и активную группу из 20 преданных, полных энергии и энтузиазма. Ура! Джай Гурудев! И стала принимать участие во всех видах творческих проектов, связанных с преданным служением. Все это произошло в результате реализации программы Бхакти Самадж. В августе 2011 года Бхактивиданта Деми Махарадж снова посетил наш город Новосибирск и поделился своими предложениями по развитию Бхакти Санги. Это действительно вдохновило многих местных преданных, поэтому Махарадж вновь приехал, уже зимой, и провел целых 2 месяца в Новосибирске, декабрь и январь, работая с нами по проекту Бхакти Самадж. Фактически, проект начался за месяц до зимнего приезда Махараджа. Под его руководством преданные начали цикл общественных программ под названием «Ведические вечера», разносторонний и творческий, представляя сознание Кришны. Каждая программа включала в себя лекции с использованием традиционного формата, короткие драматические сценки, представляющие ведическое знание согласно теме программы, исполнение баджана, мини-лекции по 10-15 минут об аюрведе, вегетарианстве, медитация, пение святых имен Господа, таких как Гоуранга Нитайгор. Раджабушан Прабу был главным лектором в этих программах, и он представлял темы лекции очень последовательно и умело. Такая разноплановая программа поддерживала интерес, оживление и внимание новых людей. Преданные также нашли такую программу очень интересной. Преданные были вовлечены в сферу служения, которое было близко для них. Например, представление лекций, участие в драматических сценках, пение баджанов, закупка всего необходимого для программ, приготовление удивительного просада, транспортировка и распространение книг, фото, видеосъемка, а также реклама и работа с интернет-ресурсами. Каждый выбирал себе сферу служения, которая была бы близка его сердцу. Мы стали как большая, любящая семья. Темы первых лекций были следующими. Веда, как изначальное знание и основы аюрведы. Гуру, духовное руководство. Бхакти-йога, мантра-медитация, практическое применение ведического знания. До этого местные преданные сами почти никогда не организовывали общественные программы для новых людей. Проект Бхакти Самадж стал большим стимулом для них, чтобы начать публичные лекции и успешно их провести, по милости гуру и вайшнавов. Для аудитории наши программы были весьма интересны. 80% из них приняли участие во всех 4 программах. Мы провели небольшой опрос, который показал, что 90% людей были очень довольны ведическими вечерами. Когда Деми Махарадж приехал, он лично помог организовать 2-ю серию программ со следующими темами. Веды и искусство счастья, наука самопознания, йога души и совершенство жизни, веды, успех, счастье. Помимо воскресных программ, в течение недели также проходили еще 3 вида программ. По вторникам мы проводили программу «Ведическая кулинария», где новые люди с общественных воскресных программ учились готовить вегетарианские блюда. На самом деле это было близкое неформальное общение с преданными, и это было начало погружения в атмосферу служения. После приготовления просада Деми Махарадж давал интересную короткую харикатху на важные темы, такие как любовные отношения с Богом и важность повторения святых имен. Гости почитали и наслаждались просадом, который они сами готовили. Всегда был хороший киртан, и их сердца таяли в теплой атмосфере любви среди преданных и Махараджа. По средам у нас была полная программа для практикующих преданных с баджанами, киртаном и очень глубокой и интересной харикатхой.
По субботам составлялся план и обсуждалась структура и содержание следующей воскресной общественной программы. Неми Махарадж всем давал возможность совершать служение, проявлял все таланты и умело сочетал их в контекст воскресных общественных программ. Он давал каждому шанс проявить себя в преданном служении. Также по субботам были встречи для тех, кто активно принимал участие в программе Бхакти Самадж. Мы четко и ясно определили нашу миссию – стать более эффективными, деятельными и счастливыми, задействуя как можно больше новых людей в практике бхакти и помогать лечить общество с помощью духовного образования. У нас также была и практические задачи – привлекать новых людей, дружить, обучать, воспитывать, занимать в служении в соответствии с талантом и помогать и поддерживать. Группа Бхакти Самадж обсуждала и развивала внутренние ценности, такие как чистая бхакти, гармония, руководство как слуга, развитие талантов и гениальности, позитивный и творческий подход. Особенно важные ценности для Бхакти Самадж и для развития Санги – принципы гармонии Шрилы Гурудева, весьма важные для позитивного взаимодействия и общения между преданными. Когда программа Бхакти Самадж была запущена, в особенности, когда Махарадж был с нами, преданные расцветали как цветы и раскрывали свои таланты. Все очень самоотверженно служили, служили, еще раз служили. Мани Манджари Диди любезно предоставила свою квартиру на все время проживания Махараджа в Новосибирске. Васугош Прабу всегда был с Махараджем, и он помогал и вдохновлял нас множеством различных способов. Индравали Диди взяла на себя руководство в развитии двух параллельных образовательных курсов, основанных на материалах, данных Махараджем. Один из них – вступительный, основанный на видеосериях «Основы бхакти» для новых преданных. И другой – более продвинутый курс о татве и практике для практикующих преданных. Индравали также учила, как не бояться публики и стать хорошими проповедниками. Преданные стали активно развивать программу «Быстрый старт» и помогать новеньким понять самые азы бхакти. Они записывали мини-лекции, основанные на инструкциях Шрилы Прабхупады, Шрилы Гурудева. Они также приготовили шпаргалки для новичков, включающие в себя основные аспекты духовной практики, такие как правильное нанесение тилака, правильное предложение пищи Кришне. Как сказала Индумати Диди, нам так не хватало этих основных элементарных знаний в самом начале нашей практики. Неми Махарадж выпустил брошюру под названием «Наука и духовная йога», которая научно объясняет ложность материалистической концепции и показывает основы для настоящей любви в личных отношениях с Богом. Вакрешвара Прабу и Вичитри Диди под их чутким руководством готовился весь просад. Это всегда были совершенно удивительные и чудесные блюда с любовью, приготовленные для Кришны. Наши молодые и талантливые дизайнеры Диди Индумати, Индулекха, Кришнавалабха составляли и печатали очень оригинальные, красивые афиши, буклеты, календари, брошюры и распространяли их на программах. Роман Бихари Прабу снимал практически все общественные лекции на видео и выкладывал их в интернет. Также выполнял функцию звукооператора и помог группе Киртана Самадж записать аудио нескольких баджанов и киртан. Раманатхам Прабу для записи была любезно предоставлена звукозаписывающая студия. Таруни Диди распространяла книги, и они удивительным образом улетали в новые сердца, как никогда до этого. Сразу же после новой программы наш новый преданный Сатьяврата Прабу помог отремонтировать наш духовный центр. Преданные приходили на программу со своими детьми, и Шубха Кришна вовлекал эту шумную компанию в игры. Так родители не отвлекались от лекций. Ананга Манджари, профессиональный учитель вокала, раз в неделю она проводила музыкальные занятия группы Киртаны Самадж, где все желающие учились петь. Они выступали на всех ведических вечерах по воскресеньям, а также в детской городской больнице вместе с вокальным ансамблем Новосибирской медицинской академии, где их услышало около 300 детей.
Все присутствующие получили по сладкому шарику просада. Программа «Бхакти Самадж» вдохнула новую жизнь новосибирскую сангу. Ведические вечера вдохновили многих повторять Хари Кришна и практиковать бхакти-йогу. А все новые преданные несли свежую струю в жизнь нашей санги. Преданные глубже прогрузились в бхакти и стали более активно практиковать. Мы вдохновлены гармоничной жизнью друг с другом и организацией систематических творческих образовательных программ, распространяя ведическое знание, и стремимся служить гуру и вайшнавам в соответствии со своими талантами, возможностями и потенциалом. Мы хотим больше, чем просто практиковать вместе. Мы хотим нести истинное счастье, святое имя, в новые, открытые для любви сердца. Хари Кришна!